Коко! Привет! Люди там и лужи там. Будем искать лужи? Ну, пойдем искать лужи. Нам нужна большая или маленькая? Большая лужа нам надо. Давай искать. Вот там? Да, я вижу лужу. Побежали. Побежали. А я тебя сейчас догоню. Ой, догоню. Да, ой, смотри, сколько луж. Много у нас тут луж. Ну что, будем бегать и радоваться, давай. Вот это весело. Много луж, да, у нас? Любит гулять в дождливую погоду. Рита и мама. Привет, Рита. Дождик капает? Кап. Вот так весело. Би-би-би-би. И обратно беги к маме по лужам. А что, по травке? Травка тоже мокрая. Беги и прыг. Привет. Привет, моя крошка. Да. Класс. Покажи класс. Класс! Где? Два класс? Конечно, класс. И мама может попрыгать с тобой. Прыг. И вот лужа, давай. Прыг. А сильно можешь, чтобы было много-много брызгов? Сильно прыгать. Вот так сильно. А давай еще? Да. Давай. Прыг. Мама прыгает. А теперь Рита. Молодец. Прыг. А теперь ты. Молодец. А теперь ручки вверх. Ручки вверх и вниз. Ручки вверх и вниз. Молодец. Давай найдем глубокую лужу и будем запускать кораблики. Найдем маленькие листочки, и листочки будут корабликами. Хочешь? Вот, смотри, какая большая лужа. Беги, посмотрим. Глубокая. Прыгать? Ну, давай прыгать. А потом кораблики позапускаем. Глубокая, да. Мама, мне мама не хочет в глубокую. У мамы нет таких классных штанишек. У Риты непромокаемые штанишки. Вау! Много. Чего? Много брызгов получилось, да? А что, это листик? Да. Листик будет плавать. Давай, запускай кораблик. И поплыл. Листик легенький. А палочка утонет. Иди посмотрим. На тебе палочку. Палочка в луже утонет. Она тяжелая. Она мокрая и тяжелая. Да, потому что мокрая. Кидай. Опа. Видишь, утонула. Не будет плавать. А сухое дерево будет плавать. Только где же найти тут сухое дерево? Дождик капает, да? На тебя капает? Чуть-чуть, конечно. Листик, давай искать. Смотри, сколько здесь листиков. Много листиков. Будем запускать кораблики.
Давай. Плавает, да? Плавает кораблик наш. Я плаваю. Не, ручками не надо, Рита, ручками не надо. Слышишь меня, зайка? Только ножками. Ручки будут мокрые, придется идти домой. И холодные. Мокрые и холодные. Должны быть тепленькие. О, вот так. Лучше прыгай, да. Мы же вышли дождик искать, и мы его нашли. Мама, где как? А мамы вот лужа тоже маленькая. Прыг, прыг, прыг. Видишь, какие бульбочки эти получаются. И брызги, и бульбочки такие. Давай. Прыг, прыг. Прыг, прыг, прыг. А. И вот там лужа. Ну, пойдем. Побежали, кто быстрей. Побежали, 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 побежали. А мама к себе в лужу. И давай. Прыг. Прыг, прыг, прыг. Хочешь ко мне? Я вот. А я вот. К тебе в лужу. Прыг, 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 прыг. А кому так весело? Нам так весело. А, это маленькая лужа. Прыг, 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 прыг. А посмотри на маму, посмотри. Воздушный поцелуй маме можно? Рит, сейчас пойдем. А воздушный поцелуй можно? Ой, спасибо. Лужа. Пойдем. В какую лужу идем? Вот эту? Пойдем, пойдем, пойдем. Я подвинула. Ты пришла? Мамочка. Ты подвинулась? Мамочка. Пришла? Мама. Прыг, 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 прыг. Прыг, 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 прыг. И сколько у нас брызгов получается. Там лужа? А ты велосипед не забывай свой. Мы же не можем его одного оставить. Заберут? Да, вдруг кому-то надо, деткам. И детки заберут велосипед. Кати. Да, скажи, это мой велосипед. Да, мой велосипед. Кати. Ой, молодец. Коть, коть. Пойдем. Куда? Гулять? Пойдем. Оп, оп, оп. Сама катишь. Вот это уже взрослая. У нас велосипед в национальных цветах. Желтый и синий. Патриотически. Все. Сама катишь. Мама идет. А мама идет по бордюру. Оп. Нет. И упала. Вот. Упала с бордюры. Так. Оп, оступилась. А посмотри, бабушке фотографию сделаем. Нет. Красивая осень такая. Ну что, где лужи? Мама, нет. Давай, спасибо. Давай, мама возьмет велосипед, а Рита пошла искать снова лужи. А, ты смотри, она глубокая, Рита. Бубух глубокая, сапожки могут там остаться, как в прошлый раз. Я предлагаю не прыгать. Сначала палочкой надо попробовать, насколько она глубокая. Ищи палочку. Сначала ищи палочку, попробуем, глубокая или нет. А потом будем прыгать. Палочка, Рит, надо палочка. Вот. Это листик. Нет. Нет, надо палочка. Сходи под дерево, ищи палочку. Под деревом. Где палочки у нас? Под деревом. Ну, давай. Тебе 5 за сообразительность. А что ж ты кинула? Надо вот так делать. Давай покажу. Надо не кидать, а вот так ставить. Смотри. Оп, поставили. Ой, она мелкая. Прыгать можно.
Можно. Мелко. Мелко-мелко, не бойся, мама проверила. Да мелкая. Нет, ну пойдем другую искать. А, Рита уже боится, она уже сапожки потеряла один раз. Потеряла в такой глубокой луже, да? Теперь страшно. Глубокая лужа, Рита? А вот пока посмотрите нашу красоту. Не хочешь? И возвращаемся снова к луже. Глубокая? Вау! Ой, сколько брызгов! Ого! Конечно, обрызгалась. И штанишки будут мокрые, грязные. Потом помоем. Да, вот это весело. Куда? Куда? Тихо. Давай. Пойдем. Куда? Мама, пойдем. Так мама идет. Мама что же идет? Ой, как еще? Что мы тут видим? Палка большая, да. Надо кидать в лужу? Ой. Ну, пойдем. Не знаю, зачем палку кидать в лужу, но раз у тебя есть план, давай. Надо попробовать, да, поставить палку и попробовать, глубоко или мелко. Да, вот так ставь. Видишь, палка, оп, показывает, мелко. Да, а если было бы глубоко, палку мы бы не нашли. Мелко. Палка тяжелая, зайка, не будет плавать. Она намокла. Ну, так тоже весело. А посмотри на маму. Посмотри. Ой. Ой, ку-ку. Молодец. Ой. Ой, бубух. Палка тоже тяжеленькая, большая. Классная игра. Чем еще в парке заняться, да? Прыгать и бегать по лужам. Не хочешь. Пойдем искать еще что-нибудь интересное в парке. Листики красивые, желтые. Грязные? Ну, труси. Угу. Грязные? Вытереть? Надо салфеточку найти. Да. Если найдем салфеточку. Нет. Нет? Только резинки почему-то. Пойдем дальше. Давай. Сейчас найдем в портфеле салфеточку. Пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас я найду салфеточку в портфеле. Лавочка мокрая. Ага, попробуй, мокрая. Но в твоих штанишках можно садиться, они не промокают. А у мамы промокают. Маме нельзя садиться. А? Будешь сидеть? Садись. Мокро, да. Печенье, что, уже перекус? Да. А время перекуса, надо идти домой, зайка. Сегодня прохладно, мы не будем кушать на улице. Да, можем попить водички и пойти потихоньку домой. Хочешь? Я хочу. Маши всем пока. Мама, я хорошо, маши всем пока. Пока.